Boris, avez-vous eu des responsabilités politiques à l'époque de l'Union soviétique? Ну, конечно, во времена Советского Союза я был молодой человек. Вот, во времена Советского Союза, когда Советского Союза не стало, мне было 30, ну, такой средний возраст, 34 года. Вот, да, я был комсомольским активистом. С 80-го года, 1980 по 1986 год, я был освобожденным функционером комсомольским в одном из учебных заведений. Я был и преподаватель, и комсомольский функционер на платной основе. Да. Сейчас еще одна. И с 89 года, это еще Советский Союз, да, я стал депутатом одного из местных местных советов, Кировского районного совета. Стал депутатом еще во времена Советского Союза. Да, в Донецке, да. Est-ce que le quand Gorbatchev a remplacé à la tête du Parti communiste ukrainien Vladimir Cherbitsky par Léonid Kravchuk, est-ce que ça a eu un grand impact sur la vie dans la République socialiste d'Ukraine? Приход Кравчука не изменил жизнь социалистической Украины. Скорее, правление Горбачева изменило. Кравчук выполнял, ну, до определенного момента волю Горбачева. Мы в Донецке смотрели больше на Москву. Мы слушали то, что происходит в Москве. В Киеве это проводник московских идей. Так нам казалось. Еще одну фразу. Все-таки Компартия Украины, в которой я состоял в то время, это была составная часть всего КПСС. Мы все состояли в КПСС, Коммунистической партии Советского Союза. И главное решение, конечно, принимались все в Москве. Alors, comment on est arrivé à ce que l'économie publique, les entreprises d'État, qui étaient très puissantes au Donbass, sont devenues la propriété personnelle d'un petit groupe d'individus? Это длинная история. Вообще-то, где-то с 88 года начался поворот к рыночной экономике во всем Советском Союзе. Во всем Советском Союзе. Вот. Где-то с 88 года. И когда уже Советский Союз прекратил свое существование, то по аналогии, как сделано было в Москве, тогда также произошло и в Украине. Все предприятия Украины были разделены, вернее так, не все предприятия, а вся стоимость всех предприятий Украины была разделена, ну, условно, на акции, которые тогда назывались ваучеры. Совокупная стоимость предприятий была поделена ну, я не помню на сколько, ну, скажем, на миллиарды акций всевозможных. Эти акции раздали всему населению Украины. От новорожденного ребенка до седого старика раздали. И говорят, вы теперь владельцы всего. А что с этим делать, никто не знал. Народ говорил, мы теперь владельцы, мы теперь капиталисты, от новорожденного до старика. А у всех было представление, раз капиталист, давай какие-то дивиденды от этого, давай нам на эти акции какой-то. Ну, народ абсолютно не понимал, что это такое и что с этим делать. Думали, что это дополнительный доход. Ну, и по всей Украине расплодилась масса всяких контор, которые у народа начали покупать вот эти акции. Вот эти ваучеры. Где-то за бутылку водки, где-то за небольшие деньги, где-то за еду. То есть за совсем маленькие какие-то подачки, поблажки. И
эти акции сосредотачивались в руках определенных людей, которые понимали, что с этим делать. Ну и когда накопилось многое количество этих ваучеров в руках некоторых людей, они пришли к государству, говорят, этот завод мой за эти ваучеры, эта фабрика моя, эта шахта моя. Ну и они стали владельцами этих предприятий. Инфляция тогда составляла 10 000% в год. 10 000% в год инфляция. Люди, которые получили какие-то деньги, эти деньги ничего не стоили. А вот собственность, земля, заводы, фабрики, цеха, они стоили. Вот капиталисты заработали денег, давали сколько хочешь за это дело. Главное — собственность. И... ну, вот так и стала собственность в руках определенных кланов. Потом они перестреляли друг друга, поубивали, вот, ну и выкристаллизовались, образовались определенные группы, когда кто сильнее, тот и взял абсолютную власть в стране. А потом этот капитал ушел в государственную власть. On peut donner les noms, je pense qu'il y a Akhmetov pour la sidérurgie, Kolomoïski, Taruta. Est-ce qu'on peut dire qui a pris quoi? Да, можно. У Ахметова, значит, металлургия, коксохимия, энергетика, тепловая энергетика, электростанции. Ну, это основные его активы. Ну, и масса других всяких. Там и торговля, и банковская сфера. Банки у него, да, банк у него большой, и не один. Это Ахметов. Est-ce que c'est vrai que ces nouveaux oligarques étaient d'anciens dirigeants du Parti communiste? Нет, не, неправда. Ахметов никогда не был. Он даже в партии никогда не был. Это выходец из полукриминальных таких структур. Вот. Ну, во всяком случае, так пишут журналисты. Вот. Но Ахметов никогда не был. Никогда. Это не я звоню. Aucun cadre du Parti communiste est devenu oligarque? Oui, mais les autres. Остальные. Ну, вы назвали еще Коломойского. Коломойский тоже не был коммунистом. Во всяком случае, он никогда не... Нет, не был он коммунистом и никогда не занимал никаких партийных должностей. Тарута тоже. Ну, Тарута был госслужащим. Он в определенное время... Вообще-то он, по-моему, профессор, вот, ученый в какой-то степени, и был небольшое время губернатором Донецкой области. Я могу добавить чуть-чуть. Я понимаю, откуда вопрос растет. Вот такие заметные на Украине, как Юлия Тимошенко, допустим, да, или Турчинов, который развязал, собственно, войну против нашего, дал команду войны против нашего. Вот они в свое время прошли через комсомольскую работу. Переведи это и потом еще одну фразу. Можно назвать еще некоторых деятелей сегодняшней Украины, но по тем временам, я так скажу, процентов 80 молодых человек все состояли в комсомоле. Ну, кто-то активный комсомолец был, кто-то так числился только там, но печать, комсомольский билет имели практически все молодые люди. Вот. Кем они потом стали? Ну, история расставила всех по разным баррикадам, да. Ну, через комсомол прошли все. Alors, il a dit que... Последняя фраза. И даже если кто-то из них состоял в партии и на каком-то этапе считался коммунистом, то это были липовые, как липовые, неправильные коммунисты. Настоящие коммунисты остались при своих идеях, остались на своей линии и до сегодняшнего дня ведут свою работу против капиталистической системы. Ну, можно так сказать. Il a dit que Taruta était devenu gouverneur, Kolomoïski est devenu à Днепропетровск.
Et pourquoi Akhmetov n'a pas réussi à prendre le contrôle du Donbass? По моим сведениям, ну так как я знаю, Ахметову предлагали возглавить Донецкую область, но он никогда не стремился быть человеком, управленцем, государственником. Его дело бизнес. Его дело бизнес, а он расставлял на государственные посты своих людей. Не он лично, а от его имени. Была партия регионов, такая была могучая партия у нас. Вот. Это в этой партии регионов Ахметов имел очень большое влияние на нее. А партия регионов расставляла по постам, по государственным своих людей. То есть люди Ахметова были во власти. Est-ce que les attaques de Kiev contre le Donbass, il y avait une relation avec le fait que les oligarques voulaient prendre le contrôle des richesses et que c'était des régions où il y avait des traditions ouvrières? Понимаете, у нас была такая версия, и она в определенное время имела место, когда разные кланы олигархов воюют и борются за влияние на поле другого олигарха. Они, ну, вот скажем, Коломойский с удовольствием бы хотел бы получить активы Ахметова, ну, зайти на его поле, на Донбасс. Но Ахметов не давал этого дела. Точно так, как и Ахметов, и другие. То есть и шло поглощение одних олигархов, других. Это естественный процесс в капиталистической системе, когда одни олигархи пытаются поглотить других олигархов, когда система не может расширяться вширь. Est-ce que le fait que les attaques des forces néo-nazies ukrainiennes ont commencé avec un massacre dans la maison des syndicats à Odessa, et il y avait une raison justement de s'opposer à l'organisation ouvrière? Отчасти да, это является, значит, желанием подавить рабочий класс. Но я бы не сказал, что в Одессе именно рабочий класс восстал. В Одессе скорее восстали люди, которым тот национализм, которым к тому времени очень сильно навязывался в Украине, одесситам он, ну, не подходил, они протестовали против этого национализма. Когда украинская нация ставилась превыше всех остальных наций. Так, я так думаю, что так было в Одессе. Я не слышал, чтобы в Одессе звучали классовые лозунги, чтобы они выступали с классовых позиций. Такого в Одессе не было. А вот на Донбассе, в Донецке, в Луганске, это край больших трудовых коллективов. Здесь 94% городского населения, ну, можно сказать, пролетарского населения, и только 6% сельского населения. Вот. И вот здесь, когда у нас в феврале мы начали открытый протест, то здесь как раз и звучали классовые: «Долой олигархов», «Олигархи враги народа», ну и все в таком духе. Et est-ce que c'est la tradition soviétique plus forte du Donbass qui fait qu'il y a eu une plus grande résistance que dans le reste de l'Ukraine? Это абсолютно правильный вывод. И в свое время, если мы посмотрим историю с 1917 там года и по наши дни, да, то освобождение Украины в разные времена всегда начиналось с Донбасса. Так было в 18 году, когда там образовалось украинское государство после Октябрьской революции, буржуазное украинское государство, то Донбасс и плюс Харьков вот составили костяк той советской Украины, который потом распространился и на всю Украину. Потому что тут был пролетариат. Вот. И сейчас то же самое. Сейчас то же самое. Здесь пролетариат, здесь большие коллективы, здесь коллективистское сознание. А коллективистское – это, ну, почти советское сознание, да. Минутку. Вчера
вчера мы отметили 105 лет, 105 лет Донецко-Криворожской Советской Республики. Вчера, вот 12 февраля, была такая в 18 году Донецко-Криворожская Советская Республика. И потом, и тогда планировалось, что на нашей территории будет отдельное социалистическое государство. Это было в 18 году. Лидер этой Донецко-Криворожской республики, товарищ Артем, был такой, и центральная улица Донецка его именем сейчас названа. И сейчас центральная улица — это улица Артема. Одно слово еще. Так вот, советская власть того времени, ну, говорят, что и Ленин там, ну, и советская власть, приняла решение нас, Донбасс, не создавать здесь Донецко-Криворожскую республику, не развивать ее, а присоединить нас к Украине, которая не являлась пролетарским краем, чтобы нами разбавить пролетариатом, разбавить буржуазную Украину. Mm-hmm. Все, Je voudrais venir à 2014, quand le peuple du Donbass a été attaqué par les forces de Kiev. Est-ce qu'il s'est senti soutenu par le Kremlin? Почувствовал. Во-первых, у нас с Россией открытая граница. 400 километров открытой границы. Вот. И к нам тогда приехало очень много российских добровольцев. Это люди, которые... Ну, их им Кремль не посылал сюда, которые поехали на Донбасс сражаться против фашизма. Через нашу территорию, по субъективным оценкам, никто точно не считал, ну так, по приблизительным оценкам, прошло около 50 тысяч российских граждан, которые приехали к нам защищать нашу родину, а Донбасс – это общая наша родина, советская, российская, общая наша родина, наше пространство от фашизма украинского и американского империализма. Сейчас хочу отметить, что не только российские граждане приехали в это время защищать Донбасс. Здесь были и французы, были, и испанцы, колумбийцы, американцы, поляки, ну и израильтяне, это те, с кем я лично общался, да, которые с многих стран мира приехали левой ориентации, левые люди приехали сюда сражаться против империализма и против фашизма. Pourquoi est-ce que en 2015, je crois, les oblasts de la Novorossiya veulent faire un référendum d'indépendance par rapport à l'Ukraine et Moscou, Poutine, dit de ne pas le faire. Pourquoi? Ou c'est en 2014 Значит, в 14 году, 11 мая, у нас прошел референдум в Донецкой и в Луганской народных республик. Референдум, на котором жители 80% участников референдума высказались за создание суверенных республик Донецкая и Луганская народные республики. Состоялся такой референдум. Я был руководителем этого референдума от временного правительства. Я руководил этим референдумом. Вот. Да, и у нас 80% явка была, 80% явка, и из них, ну, почти 90% из тех, кто пришел, проголосовали за суверенитет наших республик. Вопрос стоял о суверенитете, не о присоединении к России, а о суверенитете. Сейчас, когда в Крыму произошли события, в Крыму, они несколько отличались от нас. В Крыму все-таки была российская армия стояла, российский флот, российская армия стояла. Тогда Запад начал вводить серьезные санкции против России. И нам
и я стоял у истоков создания нашего государства, и нам тогда казалось, ну и мы считаем правильно, что если и мы еще будем проситься в состав России, то России будет сложно. Поэтому, потому что есть Крым, сложности с Крымом, поэтому мы суверенное государство, но в тесном единстве с Россией. Вообще-то мы хотели создать потом, позже, общесоюзное государство. Dans les républiques de Donetsk, de Luhansk, il y a eu au départ les communistes qui étaient à la direction, puis des autres forces politiques. Est-ce que le Kremlin a joué un rôle? Comment ça s'est passé? Да, сначала, имеется в виду 14-й год, я правильно понимаю? 14-й год, да? Да, в 14-м году левые настроения были очень и очень сильные. Но я думаю так, что в Кремле есть разные линии, разные группы людей, которые по-разному видят развитие событий. И та группа либеральная, ну, могу даже сказать, которая подпадает под влияние американцев вот, в рыночной этой экономике, олигархическая группа, они хотят умиротворить нашу, хотели умиротворить нашу ситуацию, чтобы спустить на тормозах. Ну, я такое выражение, то есть, чтобы умиротворить нашу ситуацию, и чтобы прекратить сопротивление, и чтобы все продолжалось, как и было. Есть американцы, есть Международный валютный фонд, есть, в конце концов, доллар, к которому все привязаны. Вот. И не надо никакой войн, потому что бизнес большой любит тишину. Ну, где-то так можно для начала. Значительная часть олигархических правящей элиты в России боятся, что наш опыт борьбы с олигархами здесь, на Донбассе, может перекинуться и на Россию. Je voudrais comprendre, donc, il y a eu des contradictions entre les forces politiques dominantes en Russie et les deux républiques, contradictions économiques et sociales. Я думаю, что можно. Я думаю, что да, на тот период, да, можно сказать, что были противоречия. И опять хочу подчеркнуть, некоторые правящие олигархические круги в России боятся нашего примера, что он перейдет на Россию. А так как идеология всего этого движения, всех этих событий, идеологами являются коммунисты, и они несут в сознание масс эти идеи, то нужно коммунистов как можно дальше убрать с политического поля, чтобы эти идеи не заражали массы. И maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un front uni, une alliance entre Moscou, Poutine et les communistes aussi dans les républiques populaires face à la guerre de Kiev et la guerre des États-Unis, de l'OTAN? Нам бы хотелось, чтобы такой союз был крепче и крепче. Нам бы так хотелось. Но вот сегодня, я знаю, сегодня какое? 13 число, да? Сегодня Зюганов встречается с Путиным. Вот. И там будут идти речь о судьбах России, уже большой, с нашими территориями, да? И с точки зрения коммунистов, выход из ситуации может быть только на пути советского опыта. Нужно пойти по опыту Советского Союза. Вот. И вот сегодня Зюганов будет Путину об этом говорить. Против нашей страны, единой уже России, мы же тоже уже Россия, сегодня воюет половину мира. Начиная от Европы, Америки, ну и других там, все, кто к ним примыкает. Да? Вот НАТО прежде всего. Вот. Против нас воюют очень многие страны. И они
совокупный свой потенциал складывают, отдают Украине, чтобы украинскими руками ослаблять Россию, ну и задушить Донбасс. Так было в 18, 19, 20 году прошлого столетия, когда 14 государств Антанты вместе с внутренними врагами хотели задушить советскую власть. Но благодаря советской власти Россия тогда выстояла. Эту фразу переведи. Oui, c'est-à-dire que... Один момент. Так было и в середине 20 века, когда Гитлер сосредоточил в своих руках весь промышленный потенциал Европы и пошел на Советский Союз. И Советский Союз освободил себя и Европу благодаря советской социалистической системе. Опыт показывает, что советская система, социалистическая система может противостоять внешней агрессии. И сейчас мы и Путину доказываем это. В капиталистической системе мы не сможем победить. Нужно левый поворот делать. Oui, il a parlé là d'un événement qui n'est pas du tout connu en Europe occidentale, donc on va le préciser, c'est le fait qu'en 18 et 19, les principales puissances européennes, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, mais aussi en alliance avec l'Allemagne après qui a été vaincue, et le Japon, tout le monde est venu attaquer l'Union soviétique pour empêcher la révolution en fait. Ça c'est un fait qui n'est pas du tout connu et qui a provoqué beaucoup de morts en Union soviétique. Est-ce qu'il pense que la guerre en Ukraine, la guerre de Kiev contre le Donbass, et ensuite... ce qui arrive maintenant, est-ce que c'est une conséquence de la restauration du capitalisme en Union soviétique et en Ukraine? Да, только чуть-чуть по-другому. Это следствие распада Советского Союза и вхождения России в систему капиталистического разделения труда. Une dernière question. Quelle solution il voit pour l'avenir du Donbass sur le plan économique, social? И pour l'avenir de l'Ukraine aussi et de la paix dans la région. C'est ma dernière question. Будущее Донбасса для нас очевидно. Мы в составе России. С Россией надо еще очень много поработать. Россия сама сегодня на перепутье стоит. Куда дальше идти? По какому пути дальше развиваться? И то, что сегодня Зюганов встречается с Путиным, это очередной раз будет разговор о путях развития России. Но мы однозначно внутри России находимся. Переведи эту, потом... Est-ce que il a un message, est-ce qu'il attend comme que peuvent faire les Européens d'Europe occidentale pour soutenir le Donbass et la paix dans la région? Я бы хотел западным народам сказать, чтобы народы не... Правительства этих народов, не народы, а правительства этих народов не вмешивались в наше внутреннее противоречие, которое на нашей исторической земле здесь происходит. Мы внутри сами должны определить тот путь, по которому мы будем развиваться. Когда Европа, НАТО, а над ними, над всеми висит Америка, пытаются из Украины сделать свой бронированный кулак для ослабления России и нас. Мы с таким не согласны. Мы не хотим, чтобы так было. У нас ресурсов, у России, вот выше крыши, как говорят, да? У нас достаточно. Мы не хотим ни западной земли, ни западных ресурсов, ни мы не хотим никуда идти. Мы хотим мира и хотим ездить по Франции, смотреть на Эйфелеву башню, ходить по Елисейским полям, дружить, культура. Нам не нужно ничего. Война идет на нашей земле. Почему на нашу землю пришли со всего мира вооружения и что... хочет Запад на нашей земле получить. Разруху хочет получить. И уничтожение наших людей. Для чего?
для того, чтобы получить меньше ресурсов. Живите миром у себя, а мы будем жить мирно у себя. Давайте развиваться каждый своим путем, чтобы шел. Спасибо. Merci.